Сегодня мы снимаем промо-ролик для моей коллекции «Весна-лето 2012», которую мы могли видеть на экране Fashion Week. С этой коллекцией мы ездили в Милан. Коллекция Лены очень романтическая, очень красивая, нежная, такая воздушная. Вот, поэтому съемка тоже будет проходить немного расфокусировки, немного фокуса, много деталей. Концепция всей съемки такова, что наша дама – это ожившая мелодия. Дальше она поднимется наверх и будет жить. Provence, la personnification de l'entrelacement du temps. Image dictée la forme. L'humeur, la couleur, стилистик, définit les détails. Définit les détails. Техника 7D, ничего особенного. Объектив, купленный на Андреевском спуске за 400 рубчиков. Светосила хорошая, мне нравится. И, ну, то есть нету никаких переходников, просто я им играю. Он очень хорошо моет фоны. То есть и фокусировку на элементы. И очень мягкий цвет, то есть все таких приятных, пастельных, розовых, желтых, оранжевых цветах. Хочется снять как просто легкий образ, без всяких деталей. Детали мы могли увидеть на подиуме. Музыка танцует. Ветродуя у нас фен, который создает эффект красивого воздуха. То есть ветродуя, мне кажется, давал бы много воздуха, а этот дает вот как раз чуть-чуть, и красивая ткань вся в цветочек, и оно все шевелится, все оживает в кадре. Музыка, которую мы написали с нашим проектом Help Me Fashion, вот, и, собственно, эта музыка и оживает у нас здесь на площадке.